Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете Луизы Егиазарян. Более 2000 обращений поступило в люберецкую полицию с 30 января по 6 февраля. Стражами порядка возбуждено 39 уголовных дел. Среди совершенных преступлений – изнасилование, кражи, незаконный оборот и сбыт наркотиков. 6 фактов дистанционного мошенничества пока остаются нераскрытыми. Произошло, 189 дорожно-транспортных происшествий, из них 3 пострадавших, погибших нет. 35 выездов по сигналу тревоги осуществили люберецкие спасатели. В зоне их обслуживания за неделю произошло 4 пожара. На территории городского округа Люберцы бороться с огнем пришлось 3 раза. 1 февраля в 0 часов 58 минут загорание в строительной площадке по адресу Люберцы, улица Юности, напротив дома 4. В результате пожара обгорел электрический кабель и строительный материал на площади 2 квадратных метра без пострадавших. В городском округе Люберцы активно строят социальные объекты. В прошлом году стартовали работы по возведению 3 детских садов и реконструкции стадиона «Торпеда». В этом году ожидается открытие 10 социально значимых учреждений. За последние 10 лет это рекордное количество. В городском округе Люберцы продолжает строительство 14 социальных объектов. Это 5 садов, 5 школ, 3 поликлиник и станции скорой помощи. Доклады о проделанной работе зачитали представители управления ЖКХ, благоустройства дорожного хозяйства, а также транспорта и организации дорожного движения. В конце встречи участников совещания ознакомились с жалобами и предложениями, поступающими от жителей округа. Большинство вопросов связано с содержанием придомовых территорий и общественных пространств. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.